Всем привет, с вами Рэдди. Сегодня я даю призы на проекте CCD Planet. Так, нам как раз Морковка написал. Привет. Так, Морковка. Так, Морковка, это Влад Макаров. И он занял у нас 3-е место на 2 кака. Так, давай спросим. Тебя просто банком перекинуть. Да. Вон, давайте до банка. Как бежать, Лен? Так, мне пишут, как обычно. Да, давайте. Перевод денежных средств. Так, сумму 2. Все правильно, так, 2 миллиона. Он занял 3-е место. Тут спишем. Морковка. Сейчас проверим. Еще через. Так, это ты. Блин, давайте сейчас -то закинем денег, чтобы, ну, у ребят не было комиссии за перевод. 100 тысяч, сейчас давайте я закину свой последний миллион. Внески наличных. Так, перевод денежных средств. Так, сколько там? 1, 2, 3. Давайте тут пишем. Морковка. Комиссия за перевод. 2900. Так, все хорошо. Так, как видите, в чате я перевел. Пришли. Так, перевели морковки. Теперь жду еще одного человечка. Должен сейчас зайти. А, получается, он 3-е место и 1-е место заберут. На сервере. Сейчас прошу у него ВК. Так, участвовал в розыгрыше. Так, когда будет 500 подписчиков, будет еще розыгрыш. Так, свой как-то. Вот. Привет. Он выиграл. Какое у нас место? Он вроде бы ж выиграл. Да, 1-е место он выиграл. Так, как он там ответит? Блинка у нас эмочка сочная. Просто аппетитная. Ой. Вай-вай-вай. Ждем, пока он ответит просто. А тут лаги. Ну, короче, ждем в ожидании чуда. Так, он написал: привет, это я. Так, 5 кака ему отдаем. Да. А потом будем ждать, когда я серию слеплю. Не буду выпускать по одному человеку. Еще один приз отдам им подписчикам своим любимым. Так, давайте 5 миллионов. 1, 2, 3. То, что я выиграл. Так, как у него ник там? Тире. Свей. Во. 5 лямов, 500 тысяч. Он же 5 выиграл. Сейчас проверяем еще. Так. Привет, поздравляю. Ты выиграл 1-е место. Да, 5 миллионов. Перевести. Так. Смотрим. Так. Так. Спасибо тебе огромное. Не за что. Ну, в принципе, сейчас. Теперь я буду ждать.
еще одного человека. Но у нас часовые пояса немного не одинаковые. Почему разные? С другим разные. Он просто не заходил сегодня еще в сеть и не прочитал. Это Кирилл Кукушкин, вот, который занял второе место. Вот, он еще не заходил. Получается, так, сколько у нас там в банке денег? Банк. Ну все, 3 миллиона как раз ему отдадим и все. Ну, короче, давай пошел. Спасибо. Так. Спасибо, удачи. Вот так вот. Ну все, теперь буду ждать. Я не знаю, когда выйдет теперь серия, когда прочитает Кирилл и как заберет свой приз. Потому что я хочу, чтобы в одном видео сразу всем призы отдал и все. Итак, Кирилл зашел, да. Прошло несколько часов для вас. Это мгновение ока. Так, давайте бэху возьмем. Доедем сейчас до банкомата. Вот. Вот новелла, это Кирилл. Кирилл. Так, а где банкомат? Ё-моё, чтоб знать, где он есть. Так, где мы? А, все понял. Поехали вот туда. Короче, которым и были, вот он. Чего я тут кружу. Банкоматы ищу. Вау. Так, а сколько он выиграл? 2 или 3? 3 миллиона аж он выиграл, да? Бля, узнал. Ладно, тебе тоже привет станет. 3 ляма, значит, мы ему скидываем. Переводишь новелла. 1, 2, 3. А как у нее... А, как у нее ник пишется? А, новелла. Ё-май. Я даже не знаю, как пишется. Лови свои 3 кака. Перевести. Мы успешно перевели. И все, и у нас осталось 100 тысяч. Снять 100 тысяч. 1, 2, 3. Да, все, так, смотрим, пришли. Это не за что. Так. Давайте. Блин, я уже лок ввожу по привычке. Ё-моё, переиграл. У меня сам по зависимости. Чикр. Да откройся ты уже. Так. Видос сейчас. Да. А, сейчас видос. Что я вам всем выдал призы. Все, и в принципе, всем я все выдал. Так что давайте ждем, когда 500 подписчиков наберется. Я вам замучу еще один конкурс. Там вы уже выберете, где там CCD или КРМП будет. Может, КРМП будет, может, МТА, не знаю. Так что это будет видно. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вас подписочка, лайк, колокольчик. Все как положено. С вами был Рэдди. Всем пока.